Испытание шоу «Спорт Фактор» смогли пройти лишь две команды. Одна из них – телезрители. В последней дисциплине «Шторму» предстоит бороться за победу в проекте с общественными деятелями. В каждом этапе дальнейшее участие «Шторма» в проекте висело на волоске. В гонке 4 по 100 Станислав Войнич взял на себя ответственность стартующего. Команду подвела травма ноги у Ольги Киселевой и потеря времени при передаче палочки. Тем не менее, тогда «Шторм» занял 4-е место, обогнав «Мару» на 1 позицию. По-настоящему урвать право продолжать борьбу предстояло Сергею Крупченко. Его перестрелка на вылет из проекта с Евгением Яшко из Bright Team очевидно войдет в историю шоу «Спорт Фактор» как один из самых острых моментов. На вираже спасти команду от выбывания удалось Ольге Киселевой. Именно женский заезд был решающим в гонке. Уверенный старт, и уже на первой дистанции «Шторм» обрели 3 секунды преимущества над командой телеведущих, не оставив телекинезу ни единого шанса продолжить участие в проекте. В гребле «Шторм» решительно оставили позади сразу в 2 заплывах еще одного соперника – команду «Бизнес Тим». Теперь за победу в проекте «Спорт Фактор» команде Станислава Войнича предстоит сразиться с командой Александра Богдановича. Решающая битва уже в это воскресенье на телеканале ОНТ.